До нас в гості завітала Ліліана Дицул, прийомна мама дитячого будинку сімейного типу. Доброго ранку! Добрий ранок. Зі святом вас! Вся Україна вчора відмічала День матері. Ми знаємо, що ви виховуєте дуже багато дітей. Розповідайте. Ой. Як це бути мамою для багатьох, для стількох дітей? Скільки у вас дітей? Ну, завжди з нами 10, а взагалі ми по житті вже, через нас, ми так говоримо, пройшло десь більше 30 вже. Просто трудно сочетати. Як ви на це наважились? І що стало отим дзвіночком обрати саме от таке життя, виховувати таку кількість дітей? Ну, побачили необхідність в країні, закрили очі і пішли, і вже 20 років в цьому. 20 років? Так. Ого. От мене, як чоловіка, так, цікавить от таке. Дивіться, зараз з вами постійно 10 дітей. Так. Ви як мама, от як вдається ладити з усіма, щоб нікого ж там не обділити увагою і ще чимось? От як знаходити ось цю золоту середину? Наверно, легко. Це вже з досвідом ви так говорите, але люди, які цього не проходили, вони, напевно, навіть не знають, з чого починати. Ой, да, я, наверное, їм не завидую, ну пусть починають. Нам очень сейчас это необходимо, потому что, ну как бы мы не хотели, я, например, вот у меня такая, знаете, мечта есть такая светлая, мне хочется однажды проснуться, открыть глаза и, ну, знаете, осознать, что нет больше необходимости в нашей работе, что все дети, они со своими, со своими родными, близкими, вот, ну хотя бы ближайшие родственниками, что нет войны, что нет никаких катаклизмов. И решается эта проблема не чужими дядями и тетями. Mm-hmm. Кстати, мне с детства очень не нравилось слово «мачеха». Я всегда не любила эти сказки и фильмы на эту тему. И я вроде бы как стала, но, слава богу, нас никто не называет мачехой. Вот, или там, для всех да. Вы мама. Ну вот, а мама, да, слышу. Хотя мне уже 55 лет, и я далеко не мама, я уже бабушка с солидным стажем. Но дети называют мамой. А вы, насправді, вже бабушка? Бабуся, хтось із діток, яких ви виховали? Так, наші діти вже виховали. У нас є вже кілька внуків від прийомних наших дітей, але є свої біологічні теж. Тому ми зустрілися з життям. Ми просто однажды поняли з мужем, що треба щось зробити ще, і вирішились на це ще. Ну, м'яко кажучи, знаєте, коли ми з вами говоримо, по тілу мурахи. Це героїзм. Ну, це реально героїзм. Це так, це прижиттєво, як на мою думку, треба ставити пам'ятник і... Ні, не ну, треба. Як це ні? Ну, як це ж так? Слухайте, давайте з приводу нашої держави поговоримо. Держава якось допомагає в цій роботі? Так, звісно, допомагає. Так. Ми, коли вот, осмілились на цей шаг, ми працювали в школі, і доволі неплохо там вийшло, все. Вот. Но я всегда была... Помните, да, вот этот период, когда детей тестировали и распределяли по классам? Так. Там, так. Вот, олимпийский напрямки, резерв. Так. Да. И у меня всегда было вот это Г, Д, вот так и называют. Это вот там пятый Г, знаете, с таким пренебрежением. И всегда из этого пятого Г получался какой-то вот супер А, потому что, ну, всегда дети воспитывались так, что, ну, из отношения к ним, им ничего не оставалось, как становиться хорошими. Но я-то видела проблему, которая... Ну, существовало давным-давно, вот эту брошенность, вот этот алкоголизм, вот эту потерянность. Да. И детям надо было внимание, и мы так мало-помалу оставили школу, ну и ну, просто ну, не в омут головой, а погрузились полностью в эту помощь детям, социальным сиротам, детям улицы, вот, которых мы встретили по жизни. А расскажите оцей процесс сприйняття вас, тих діток, яких, да, яких ви брали нам, під свою опіку, нами, як Ирина, вони реагували на це? Слушайте, от ви такий вопрос задали, в житті нам такого вопроса не задавали. Мене само це дуже сильно волнує. Знаєте, одне діло, ми йдемо к дітям, да? Ми там настроїлися, ми такі взрослі, я завжди уверена. Ви вже тому, це що... свідомо робите. Так, так. А от діти, ну ви знаєте, вот через нас прошлось очень... Я почему говорю через нас? Потому что ну, по-разному проходились. И как трактор, и как бульдозер, и как вантаживка якась такая. Mm-hmm. Вот. Но очень, очень сложно было. Думаю, что и детям очень сложно, конечно же, было. Но вы знаете, вот на вторые сутки знакомства с детьми мы просто видели в глазах детей ну, полное принятие нас. И как-то мы вот были на одной передаче, я просто одному молодому человеку, который стал недавно папой, я просто, знаете, я шляпу снимала перед ним,
и просто благодарила его в экран за то, что я так ему сказала, говорю, то, что мы, это понятно, а вот как вы нас воспринимаете, ведь непонятно. Я помню, мы открыли двери своей газельки, которую нам недавно только подарили, вручили, да, и ребенка мы с больницы забирали, которого бросили родители. И он пошел, понимаете, дверь открывается, и ребенок 5-летний сознательно запрыгивает в машину, садится, и мы видим, ему классно. Он взял игрушки, он уже взял что-то покушать, мы едем с ним в магазин покупать ему там одежду, и вот он навсегда остался у нас. И он уже 14-летний подросток. Вот. И мы ни одного момента не ощущали себя в одиночестве. С нами всегда были сопровождающие психологи, юристы, руководители. Нас ни администрация не оставляли. Нас постоянно, ну, чем-то и материально помогали. И очень много было психологической помощи, юридической помощи, поддержки какой-то моральной и всякой. Поэтому разное мнение бытует насчет нашей страны, но не могу сказать, у нас был в семье выбор, оставить страну или остаться в ней. Мы остались, так. И, по-моему, сделали... Еще и допомагаєте. Ви сказали за психологічну підтримку, а чи були у вас такі моменти, коли ви думали, все, не можу, більше нема сил, всім не допоможеш? Як цей момент пережили? Если, да, откровенно быть, то ни одно утро я вставала, особенно на протяжении первых 3 лет, как только вот мы подписали вот цю угоду. Це складно. Конечно. Это настолько такой поступок, надо иметь мужество, надо иметь поддержку, которая всегда есть рядом со мной. Мы с мужем уже прожили 32 года вместе. И вот. Він зараз у нашей студии підтримує. И морально, и взглядом. Да, ну, короче говоря, если бы не было вот этого верного, надежного плеча, а он как гранит, он как камень, знаете, об него вот споткнешься, ну, почувствуешь точно поддержку, вот становится легче, конечно. Пані Ліліана, ну, не можу не запитати, дивіться, коли ви з чоловіком вирішували, що все ж таки це ваше покликання, хто був ініціатором? Чи це разом якось вийшло? Я помню, это был вечер очень давно. Дети наши еще родные были очень маленькие, ну там лет до 10, да. Может быть. А, как-то пришла эта идея. По-моему, к Саше пришла. Ну, я не помню как. По-моему, мы всегда по жизни были вдвоем. Да. Ого, это круто. И все. Это на самом деле круто, когда вот приходит какая-то идея, и, знаете, мы можем просто на какую-то секунду помолчать, вот, как бы прокрутить вот эти возможности. Я просто всегда понимаю, что у меня есть на кого облокотиться. Понимаете? Так. И поэтому я понимаю, что будут трудности, их будет много трудностей, но они будут решаться. Поэтому... Я не могу не запитати, тоді давайте так, на вашу експертну думку, як потрібно починати спілкування з дитиною? Ага. Мы брали детей просто с улицы, мы брали детей из больницы, мы брали детей из приюта вот на Маяковского. Вы знаете, просто надо заходить, вот так вот как-то заходить, вдохнул и просто пошел. И продолжаешь просто жить, понимаете, быть естественным, натуральным. И ребенок, когда приходит, первое, что я вижу в его глазах, это встреча такая. И вот знаете, такое, только раз-раз он тебя просканировал, и вот сразу доверие. И он делает тебе этот шаг и говорит, мама, с первых секунд общения. Класс. Ну, а уже за плечами этой мамы и папы уже подготовленная ванна, подготовленные шампуни, подготовленные игрушки, подготовлен комплект белья и какого-то мягкого одеяла, какого-то чего-то там, вот, теплые тапочки пушистые, вот и все, что надо. От ви все сказали, що підготовлена. Після цього всього, наскільки швидко в тактильний контакт обійняти? Як вони швидко на це йдуть? Які ви випроси хорошо задаєте? Ну, ніхто ніколи не задавав такого. Поначалу руки деревеніли, якщо чесно сказати. Це для тих, які хочуть і бояться. Очень часто буває таке, що ребенок неприятен на запах, на... Вот облик, да, вот, ну, мы людей, детей просто с улицы брали. Но я вам хочу сказать, проходит малое количество времени, очень маленький промежуток. Они становятся просто не то, что твоими родными, а на тебя похожими. И твое поведение, и твои манеры. Сейчас они говорят, я вот захожу в дом, если они не знают, что мы зашли, они нашими голосами говорят, я такая стою, о, тут в доме еще одна мама появилась, на нашей интонации просто. Вот наши манеры, старшие дети уже подражают, просто сканируют нашу жизнь. У нас одинаковые наборы посуды, допустим, там одинаковые машины, даже марки. Вот. Короче говоря, это не страшно, просто надо быть натуральной, естественной, надо продолжать жить. Дети принимают, дети ждут, и Пані они могут. Ліліана, у меня зараз...
Таке важливе питання, ми не можемо його не підняти. Так чи інакше, настає той момент, коли з дитиною треба поговорити і треба їй сказати, що вибач, ну тут різна ситуація, ми не твої кровні батьки. Як малюки це сприймають, ну діти? А нам повезло. Нам никогда не попадались, мы уже такие в возрасте люди взяли детей и брали, да, и дети уже понимали, что они знают, все дети знают своих родителей и знают ту ситуацию, через которую они прошли, и мы уже детей забирали откуда-то, там, где, допустим, ребенок решился и ушел от родителей на улицу, или ребенок решился и ему помогли стать жителем приюта. Вот. Поэтому наши дети уже знали, что у них и знают, что у них есть родители, и их готовили к тому, что они будут перемещены в другую приемную семью. Поэтому единственное, что у нас возникают вопросы время от времени, я их очень прошу не повторять подвиг своих родителей. Це важливо. Вот. Про подвиг своїх батьків. Чи є у вас старші діти, які вас підтримують у справі, яку ви робите, і чи, можливо, хтось із них теж долучився до цього? Ой, поки ще не долучився, але намагання є, но наші діти старші, вони дуже молоді, як сказали супроводжуючі служби, і їм треба чуть подрости. На момент, коли наші діти старші, яким по 25, по 26 років, подають вже документи в міські служби, то їм кажуть, подростіть немножко, тому що, во-первых, ти пішла вчитися, во-вторых, хоч твоїй сім'ї тільки там 5-6 років, це ще такий, ну, критичний, да? Коротше, створити фундамент міцний для того, щоб продовжувати. А потім, будь ласка, зелена вулиця. Эти дети, они много чего понимают, и кому как не им кому-то еще помочь. Поэтому уже на старте есть. Ну, а сейчас, пока они еще взрослеют, они очень часто приходят к нам, организовывают вот эти праздники. Я очень часто уже, мне что-то не хочется. Но мы это все проводим, потому что дети наши для нас это организовали. Довольно-таки красиво, вот, и, в общем, красиво. Просто у вас виходить, що крім того, що ви несете таку благородну місію мама для багатьох діточок, які цього потребували, ви ще й вирощуєте дітей, які можуть продовжувати вашу справу і допомагати іншим дітям. Так повинно бути. Слухайте, ну я просто в захваті від вас, чесно. Ну, мені дуже приємно. Дякую. Я просто теж думаю, що сім'я повинна бути повноцінна. Це, ну, мама, тато. Про те, що коли батьки залишають дітей. Так. Мене от цікавить одне. Настає той момент, коли вам треба відпустити дитину в світ. І от знаєте, що мене найбільше зараз цікавить? На вашу думку, що вони пам'ятають найбільше? Из нашей семьи выходили дети в свет по-разному. Был громкий стук от дверей, когда их нервы не выдерживали. Они считали, что они уже взрослые, а им было только 14-15 лет. Мы считали, что они еще недостаточно. Подлитковый период. Максимализм. Да, у нас трое вот таким вот образом с грохотом вышли, просто вышли. Но до этого мы с ними беседуем, до этого мы уже подготовили их документы, восстановили, мы им дали образование хотя бы на уровне техникума или там колледжа. Ну, когда такое получается, представляете, вот они вышли и пошли, и им классно, больше нет надзирателей, а каково нам, да, разные реакции. Ну, мы с ними справляемся потихоньку. Потом года два затишье, и потом наши дети начинают откуда-то проявляться. Но вы знаете, вот нет ни одного ребенка, который потерялся вообще и стал никем. Вот от момента, как ребенок вышел, где-то лет 5-7 проходит, и вы знаете, мы видим, что дети становятся людьми. Из критических их состояний, из безнадежности, из массы наших вопросов. Ну куда ты идешь? Еще очень рано, ты еще зеленый, незрелый, ты еще социально там, ну, не утвердившийся. Вот, мы просто видим, что дети, видя то, как мы проживаем жизнь, они многое, наверное, не при нас, а без нас, когда они становятся самостоятельными. Вот тогда что-то срабатывает, какие-то пазлы сходятся, и они становятся тверже, увереннее, правильнее. Надо не бояться это делать. Хотя, чи хочеться родителям... дещо запитати? От нас, напевно, дивляться, і, можливо, хтось давно хоче зробити так само, як і ви, і допомагати діткам, стати для когось мамою. Що треба в першу чергу робити? Куди йти? І що кому говорити? Що я хочу стати прийомною мамою, допоможіть там чи зорієнтуйте. Так. Ну, можна загуглити, посмотреть масу інформації, виставленого вже в інтернеті. В кожному районі, там, посілки, де ви, ну, зареєстровані, да?
есть центр социальных служб. Надо обращаться только туда. Вначале это первый этап. Так. Не делать, вот, не нарушать субординацию, там, перескакивать. Хотя нужно иметь информацию. Очень часто приходят к нам в семью и смотрят, как это у нас получается. Вот. Вначале надо обращаться в центр социальных служб. Там дают информацию, там с вами знакомятся, и там начинается сопровождение. И документы они потом все оформляют на детей. То есть все, в принципе, так. Плюс-минус. Все уже отработано, все очень хорошо поставлено, есть опыт. И даже, я не знаю, как там, ну, на периферии, допустим, но в Киеве даже очень часто бывает такое, что предоставляют жилье. Очень хорошо обустроенное жилье. Тому що всі зацікавлені в тому, щоб діти не були самотніми. Да. Максим, ти щось... Я просто, знаєте, я сижу і думаю, боже, яку ви, ну, поістині геніальну справу робите. У мене з власного досвіду є знайома, яка теж взяла дівчинку з притулку. І перше, що вона їй сказала, коли прийшла до неї, боже, як давно я тебе шукала. Здорово. Це були слова, які повинні були розтопити всі льди. Молодець. Вони розтопили, це неймовірна сім'я, вони зараз реально схожі одна на одну, вони повторюють одну одну. І от, чи пам'ятаєте ви перші слова, які сказали дитині? Перші, які взяли, першу, так. Самих-самих перших. Пам'ятаєте? Ну, давайте, можливо, не самі перші, але ті, що от дійсно запам'яталися на все життя. Ви знаєте, от у мене слов от не пам'ятаю, але це об'яття, коли дитина перший йде і говорить слово «мама». А що тут можна сказати? А скільки було вам років, коли ви вперше взяли не свою дитину під виховання? Не свою. Так. Цій дівчині вже 34 роки. Представляете, сколько мне было? Я уже не помню. Девочке 34 года, которую мы взяли, ей было 6 лет. Сколько мне было? А девочке было 6 лет тогда. Но все равно не помню. 28 років тому. Ну где-то, да. Так. В общем, это было, да. 28 років тому ви вступили на цю стежку допомоги дітям. Взяли ребенка. Так, ну... Благородно. Ну, я не знаю, в мене трішки підступає, я чесно скажу. Це хороший позив. Це важливо. І важливо, коли є люди, коли, що роблять це. І які підтримують в цій так, справі. Так, і без підтримки, звісно, не можна обійтись. Давайте на завершення. Нас багато людей дивляться. Ви, як мама, яка подарувала тепло багатьом, що ви можете порадити мамам? Тим, хто, можливо, хоче взяти дитину. От тут найголовніше таке. Знаете, я недавно вернулась в школу, в общеобразовательную школу, это сейчас лицей Гостомельский, очень хорошее место. Знаете, какая проблема? Родные мамы бросают своих детей. У меня просто ну, такой как бы призыв, если есть еще хотя бы какая-то ниточка надежды, вот не делайте этого, не разрывайте то самое сокровенное, что ребенку нужно. Это для родных. Попытайтесь сохранить семью. Не смотрите на то, что там муж как-то не так сделан, как-то не так воспитан, как-то не так вот выглядит. Сделайте все возможное, чтобы этих дней совместных было больше, тем более, если у вас есть детки уже. Дети никогда этого не простят, не пройдут. Это всегда очень больно, травмирующе. Ну, а если есть люди, которые вот уже мечтают, вот зародилась у них в сердце вот эта мечта кого-то осчастливить, просто идите, идите, хотя бы одного ребенка возьмите, не бойтесь. Будет сложно, да, будет сложно. Представьте себе, всегда у вас в этой жизни было все спланировано, и вдруг это новое, это чужое, оно вас первых пару утр не поймет, и оно будет недобрым это утро. Но приготовьте себе или кофе, или цветные карандаши, или самый яркий черный карандаш. Разрисуйте это утро. Дети так говорят, что самый яркий – это черный карандаш. Будьте готовы ко всему, даже самому ну, невероятному, необыкновенному. И идите, и все прощайте. И просто делайте каждый день добрым, и начиная с утра доброго, и будет, все получится. Ну, это безперечно, выйдет все. Дякуємо вам, пані Ліліана. І сили вам і надалі, і щоб ви надихали інших робити таке добро, як ви робите. Ну а далі ми подивимося, ми нагадаємо спочатку нашим глядачам, що в нас в студії Ліліана Дицул, прийомна мама дитячого будинку сімейного типу. А далі ми подивимося сюжет про топ-5 технік арт-терапії. Стреси, навантаження та навіть просто зіпсований настрій – все це заважає спокійно жити. І якщо не почати вчасно з цим працювати, ці проблеми можуть призвести до неприємних наслідків. Це підготувала сюжет наша Наталія Чинталян.
Але технічні в нас невеличкі проблеми. Зараз ми подивимося інший сюжет. Макс розповість, про який. Друзі, зараз реально важливе сенсаційне повідомлення. Дивіться, у нас у студії Ліліана Дицул, прийомна мама дитячого будинку сімейного типу. Ми сьогодні говорили про те, як важливо зберігати сім'ю, не втрачати контакт. Тому саме зараз не полінуйтеся, візьміть телефони, зателефонуйте усім своїм близьким і просто скажіть про те, як сильно ви їх любите. Так, на сьогодні ми наш бадьорий прямий ефір завершили. Проте, якщо раптом так сталося, що ви пропустили, нічого, на нашому YouTube-каналі «Правда тут медіа» обов'язково підписуйтесь, ви можете подивитися усі сьогоднішні інтерв'ю. А щоб ви точно не пропустили наші новини, натисніть дзвіночок, який буде сповіщати, що на YouTube-каналі вже є нова інформація саме для вас. Thank you.